Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня, рассказывая о моем уходе для кожи лица, я хочу показать вам и представить два таких крема. Это кремы из Таиланда из серии Кэйсин. Крем, который называется крем и сыворотка, это продукт одной и той же линии из серии «Зеленое яблоко, белое сияние». Но сначала я скажу о том, что такое, что представляет собой крем. Это крем для питания кожи лица. Благодаря содержанию ценного экстракта зеленого яблока крем помогает разгладить морщинки, подтянуть кожу, повысить упругость, защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, интенсивно увлажняет и омолаживает кожу. Благодаря тому комплексу Whiten Agents Complex он обеспечивает удаление, обесцвечивание пигментных пятен, если они возникают, а у людей, которые много находятся на солнце или чья кожа очень чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей, эта проблема часто встречается, и обеспечивает естественную регенерацию клеток кожи. Кроме того, тусклой и уставшей коже возвращает молодой цвет и здоровое сияние, и придает коже заметную красоту, молодой вид и сияние, а также избавляет от пигментных пятен. Крем этот наносится на кожу лица вечером, перед сном, ну, обычно где-то за час до сна лучше его использовать. Второй продукт в высокой вот этой вот баночке – это сыворотка. Я сначала расскажу, а потом покажу, что это такое. Сыворотка богата ценным экстрактом зеленого яблока, которое подтягивает кожу и придает ей упругость, обеспечивает разглаживание морщин кожи лица. В этой сыворотке содержится витамин В3 и концентрат транексамик кислот, и они делают кожу лица нежной и сияющей, обесцвечивают пигментные пятна, защищают от негативного воздействия ультрафиолета. Также помогают устранить тусклость кожи, предотвращает появление возрастных морщин и возвращает молодость кожи. Наносится также на кожу лица регулярно перед сном. Также, как и крем, хранится в защищенном от солнечных лучей месте, ну, как обычно, хранить в сухом прохладном месте. И на самом деле вот такое эффективное действие ощущается. Ну, а сейчас я покажу, как выглядит крем. Что представляет собой баночка, вот эта, крема немного, 19 грамм, и поэтому, как я говорила, лучше наносить на увлажненную тоником кожу или сывороткой, но то, что перед этим используется. Крем вот такого очень-очень приятного нежного зеленого цвета, но вот как раз цвета того самого зеленого яблока. Он очень нежный, ну вот если сейчас наносить на кожу, вот мгновенно, тает мгновенно. Сейчас вот вы это сумеете увидеть. Вот. Небольшое количество очень легко распределяется по коже. На самом деле очень быстро впитывается, оставляет после себя такой приятный-приятный холодок и легкий-легкий запах. Нежный, тонкий, на самом деле такой деликатный, который на ночь не будет ни раздражать, ни отвлекать, а только успокаивать, какое-то умиротворение наступает. Красивая баночка, красивый такой дизайн. Ну и сыворотка. Она наносится перед кремом. Что представляет собой сыворотка? Это вот такой флакон с дозатором, с помпой. Наносится необходимое количество. Вот я, наверное, на другую руку попробую нанести. Выдавить необходимо нужное количество. Вот она достаточно такая жидкая сыворотка. Она течет, поэтому нужно аккуратно это делать. Вот я и говорю, что крем наносится на увлажненную сывороткой кожу, либо на тоник. Здесь немножечко другой запах, он... Я не могу сказать порезче, он просто какой-то другой, но тоже очень приятный, с таким фруктовым, яблочным ароматом. И вот буквально все. Вот.
кожа очень быстро становится сухой. Ну, не сухой, она увлажнена, просто впитывается сыворотка очень-очень быстро. И вот количество было небольшое, а большую поверхность тыльной стороны ладони я укрыла этой сывороткой. Так что вот буквально хорошего нажатия одного раза будет достаточно для того, чтобы нанести сыворотку на все лицо. Здесь 15 миллилитров, но надо сказать, что хватает, это вот уже не первый комплект, который я использую, ну и аналогичные продукты я уже использовала, хватает месяца на полтора. То есть пройти полный омолаживающий, питательный, увлажняющий курс, это количество средства вполне-вполне позволяет. Так что, если у вас есть желание попробовать этот продукт, в магазинах Таиланда вы сумеете найти, ну, может быть, не во всех, но в Паттайя Бьюти это точно есть, потому что покупали именно там. Единственное, конечно, сейчас это стоит достаточно не слабо, так это для нас, но иногда тоже бывают акции, когда два покупаешь, третий бесплатно, ну, где-то в районе, наверное, рублей 900 каждое средство будет стоить. Но оно, поверьте, стоит того, чтобы попробовать, хоть один раз попробовать, а затем сделать свою оценку того, насколько оно удачно, насколько оно понравится, насколько эффективно. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.